Итак, всем привет, с вами Тер. И сегодня мы попробуем решить спор, извечный спор, что же сложнее, моба или РТС? Стратегия, StarCraft 2 или моба Лига Легенд? Очень часто идет спор, очень сложные игры, такие как стратегия StarCraft 2, очень легкие мобы, такие как Dota 2, Лига Легенд. И я как игрок, который в прошлом играл профессионально в Доту, который играл на высоком уровне в StarCraft 2, и на данный момент мы поиграем в Лигу Легенд. Попробую вам дать ответы на эти все вопросы. Мы попробуем вместе с вами решить. Поэтому не стесняйтесь в комментариях. Любые тезисы из этого видео выносите на обсуждение. Я на все отвечаю, поэтому ну, будет интересно, как минимум, узнать ваше мнение тоже. Подготовил я табличку, как и в прошлый раз, где я сравнил, какая раса самая сложная в StarCraft 2. Мы здесь будем брать критерии, будем выдавать очки на данный момент от 1 до 3. «Лига» и «Старкрафт 2», соответственно, «Лол» и «СК2» сократили. И будем пытаться узнать в конце концов итога, сколько очков. Много кто сразу же скажет, «Тед, невозможно их сравнивать, это разные игры». И с вами я на 100% согласен, да, это разные игры, поэтому как бы оптимально сравнивать нельзя. Но при этом все равно все, конечно же, сравнивают. Что вы посмотрите, «Старкрафт 2», надо очень много всего делать. А «Лига Легенд» вы управляете одним персонажем, ну и как бы и все. То есть это же очень легко. Так вот играют в StarCraft 2, так вот играют в Лигу Легенд. Все, значит, StarCraft 2 сложнее. Но не спешите, не спешите. Мы сейчас будем идти постепенно и будем пытаться найти пересечение между этих игр и реально определить, какая все-таки действительно игра сложнее. Я бы хотел, наверное, сейчас обратиться к такому графику, чтобы показать небольшую вещь. Вот такой вот график. Внизу у нас идет полоска время. Вверх у нас движется скилл, наше мастерство. И чтобы понять, какая игра действительно сложнее, нужно не забыть про важный показатель, который, кстати, все забывают всегда. О нем мало кто думает. И именно исходя из этого показателя часто рождается вот такая вот история, что в StarCraft 2 сложнее. И сейчас, кстати, вас ждет еще прикольные именно видосы. Я взял двух новичков в каждую игру, и мы посмотрели, как они справятся с некоторыми заданиями. Поэтому будет очень прикольное сравнение после этого графика. Предлагаю StarCraft взять, например, красным цветом, Лигу легенд мы возьмем синим. Порог скилла и потолок скилла. Вот это вот очень важные понятия, которые относятся к сложности. Фишка в том, что на вот этой вот линии скилл есть вот этот вот порог скилла. Давайте вот обозначим зеленым. Ну и, допустим, потолок какой-нибудь тоже. Ну, потолок пускай 100 будет, все будет понятно. Но порог это вот здесь вот, например, где-то 20%. 20% это, в принципе, плюс-минус то, что вам нужно уметь, чтобы вот просто сесть и уже играть в игру, получать от нее какое-то удовольствие, понимать, что вы в нее играете. И вот StarCraft 2, чтобы дойти до этого порога скилла, вам нужно огромное количество времени. Не огромное, но очень приличное. И ниже этого порога вы просто физически не сможете получать никакого удовольствия от игры. Но при этом, дойдя до этого порога, вы еще целостно всю игру в принципе не играете. Потому что целостно, плюс-минус понимая хорошо всю игру, давайте сделаем желтым цветом, например, можно понимать где-то на 70%. Вот где-то к 70% можно начать уже понимать игру очень хорошо. И вот кривая именно обучения в StarCraft 2 будет выглядеть именно так. Вы сначала ничего не понимаете, ничего не можете, вы не знаете, как вообще этим всем управлять. И максимум, что вы сможете делать, это, к примеру, какого-нибудь батлкрузера с одной базы, выигрывать какие-то игры, и затем вы попадаете в ловушку, где вы врезаетесь в людей, которые это отбивают очень-очень легко, вы не понимаете, что дальше делать, и потихоньку вот вы доходите до места, до зеленой точки, где вы уже начинаете уметь все это контролировать, что происходит на экране, более-менее хотя бы. То есть я бы называл это где-то золотая лига. К золотой лиге уже можно, в принципе, понимать, что происходит на экране. Вот. Но до нее нужно дойти, на самом деле, когда мы полный новичок, кто бы что ни говорил, что можно очень быстро все научиться, время все равно уйдет. То есть, да, можно научиться быстро, но время какое-то уйдет. То есть, какое-то количество, как минимум, часов. Затем, когда вы все понимаете, можете управлять всем уже эффективно, то есть вы строите рабочих без перерыва и все окей, ваш скилл очень-очень быстро начинает расти вот до сюда, понимаете? То есть он очень быстро вырастает до, в принципе, хорошего очень уровня. И где вы уже можете анализировать, что делает соперник, подстраиваться под него, вы знаете, несколько стратегий. И дальше отсюда, до сотни процентов, то есть, да, будем считать, очень-очень высокого скилла. Я не знаю, как это нарисовать, но это будет что-то типа такого. На самом деле, еще даже хуже. То есть, в бесконечности далее. Это будет очень-очень-очень долгий путь, чтобы вы дошли вот до топа. До топа понимания, до топа скилла. И вот вот этот вот путь, он на самом деле в Старкрафте очень короткий. А в Лигу Легенд наоборот. Как только вы заходите в игру, в принципе, вы будете уже сразу смотреть, что все получается отлично, и вам игра сама помогает. Смотри, парень, там, покупай то, делай то. А игра сама объясняет на обучениях, что вам делать, и вы только буквально скачав игру, уже на первых играх можете чувствовать, что вы в нее играете. Вот это вот очень важное ощущение. То есть много новичков в StarCraft 2, которые играют, они заходят в игру, они не понимают просто, что происходит они вообще не могут понять и не понимают, как этому научиться. То есть что нужно делать? StarCraft не подсказывает сделать контрольные группы, там настроить такие-то вещи, строить так-то рабов. То есть он это не подсказывает, как это делать. В Лиге Легенд все, все за вас решено, там все подсказано, все сказано, что делать. Вам сразу, как только вы начинаете новый аккаунт, объясняют, что вы выбрали такого героя, он вам понравился. Молодец, идите на эту линию. Сделайте вот такие-то вещи, будет вам счастье. Лига легенд за первые буквально два часа игры вы можете уже чувствовать, что вы играете на серьезном уровне. Но вот тут вот дальше кроется нюанс. Оказывается, оказывается дальше в Лиге легенд у вас появляются выборы 150 чемпионов на которых есть там на каждого по три оптимальные сборки и, может быть, вообще шесть там разных каких-то сборок, которые вы, в принципе, просто можете вообще видеть раз в жизни, да, то есть не то, что раз в году, потому что невероятное количество ситуаций. И вам нужно все это понимать, уметь, и при этом еще, вот как мне нравится, что ребята говорят, так в Лиге Легенд один персонаж. Так и у каждого абсолютно игрока в эту игру один персонаж, и каждый его использует на 100% возможности. В этом и прикол. То есть, что в Лигу Легенд вы как только взяли, вам кажется, что все хорошо, вы знаете игру. Но в реальности, чтобы понять игру, вот просто хотя бы сесть и прочитать, что делают 150 персонажей, способности, и, допустим, сыграть за каждого по одной игре, а одна игра длится 30 минут, к примеру. Вам нужно сыграть уже 150 игр. В StarCraft игра длится 10 минут в среднем. То есть 450 игр в StarCraft это, в принципе, нормально, чтобы выйти в мастер-лигу. И на самом деле много кто выходит, если целенаправленно, аккуратно тренируется. И вот в StarCraft мы достигаем за 450 игр вот этой вот точки, понимаете, да? То есть когда мы уже, в принципе, уже способны играть, все окей. Вот. Кто-то не 450, кто-то за, там, тысячу игр выходит в мастер-лигу. Это тоже нормально. Но, опять же, тысяча игр, да, это в сравнении с Лигой Легенд... Это по две игры на каждом персонаже. Вот две игры. И если взять полное понимание игры, целостное, целостное просто, вот понимать, что делает каждый персонаж, уметь что-то за него делать, то к этому моменту вот анализируя также по этому графику, вы придете только сюда, вы просто знаете, что каждый делает. Дальше мы учимся, что каждым персонажем можно делать. И в Лигу Легенд вот только к этому уровню, скорее всего, вы придете плюс-минус к очень хорошему уровню игры. И дальше, если честно, есть еще про уровень. Про уровень в Старкрафте отличается по мастерству, конечно же, от топ-уровня ладера. Также и в Лиге Легенд. Но в Лиге Легенд на проуровне начинается совсем другая игра. StarCraft 2 начинается игра, которую просто механически большинство вот физически не тянет. И в этом прикол, что механический скилл за некоторых, особенно героев Лиги Легенд, не важен. Ну или не так сильно важен. А вот ваше умение взаимодействовать с командой, ваше умение. Играть в макроигру в Легу Легенд очень сильно решает. Поэтому, чтобы получить хороший уровень именно мастерства во всю игру в Лигу Легенд, нужно очень много времени на самом деле потратить, и намного больше, чем в StarCraft. Но при этом на начальном этапе и вообще на любом этапе... Вы будете себя в Лиге Регент чувствовать намного опытнее, чем в StarCraft. Потому что в StarCraft 2 есть такая штука, опять же, как и в любой игре. Вот, например, мы не поиграли в игру. То есть, что происходит с нами, когда мы не поиграли в игру? Мы вот с этой точки откидываемся не, не вниз, но вот сюда. Давайте другим цветом сделаем. Давайте вот таким синим. То есть мы откидываемся вот сюда, и у нас опять не хватает навыка, чтобы базово играть в игру. Понимаете? То есть мы должны какое-то время восстанавливать навык, а он будет восстанавливаться вот с той же скоростью. Он будет вот так вот восстанавливаться. Все, мы опять можем играть в игру. Мы опять поднимаемся. Случилась жизнь. И нужен перерыв. И мы опять скатываемся, понимаете? Вот сюда, очень быстро. Потому что просто чтобы физически управлять в StarCraft юнитами, нужно много стараться. Но при этом вот это физическое управление это далеко не Старкрафт, это еще совсем не игра. То есть это просто наш навык того, чтобы мы играли в игру. То есть просто вот управление персонажем. Вот такая штука будет. В Лиге Легенд, куда бы вы ни скатились, вот эта вот часть, вот эта вот часть до 70%, Наверное, опять надо новый цвет. вот эта вот часть. Она будет больше теоретической базой, где-то практической базой, но при этом вы никогда не будете скатываться вот сюда. То есть никогда вы вниз не будете скатываться. Базовое управление очень простое, и в этом как бы есть такой интересный нюанс. Вот в очередной раз я открыл этот Excel, и знаете, я не могу придумать точно критерии, по которым можно честно сравнить эти игры. Поэтому давайте сразу прыгать в демонстрацию. Что мы сделали? я сыграл билд. Давайте я объясню, какие вещи происходят сейчас в этой игре, какие вещи я делаю, на какие вещи я обращаю внимание, и какие еще вещи может делать, к примеру, профессиональный игрок StarCraft 2. Вот, мы берем простой однобазовый билд. То есть Лигу Легенд мы тоже берем первые три минуты. Вам не придется смотреть длинные баталии. Сейчас мы все быстро расскажем, покажем. Показываю. Я сразу еду, ставлю пилон и дальше смотрите вот такая мелочь. То есть, во-первых, я экономику наполняю пробками. Это мне дает немножко лишних минералов, но это сильно на игру, конечно же, не влияет. Я вот чуть-чуть раньше, чем пилон достроился, срываю рабочего. А многие отправляют его ралли поинтом, чтобы он ехал. Тогда мы проигрываем по таймингу. И вот эти вот мелочи, они как раз-таки могут где-то отличать сильного игрока от более слабого в StarCraft 2. Дальше мы делаем все по плану, делаем газ, проверяем на фотонке, ставим гейт, ставим второй пилон возле этого газа, для того, чтобы потом защищаться от ораклов. То есть мы уже планируем игру наперед. Вот. Затем мы выбегаем в разведку, ставим третий пилон внизу, снизу, чтобы соперник, если разведывает, понимал, что мы хотим ставить вторую базу, то есть мы его обманываем, при этом мы пробкой проверяем одну часть карты и смотрим на прокси какие-то ты, в то время сталкерами проверяем вторую часть карты, смотрим прокси роба и другие прокси, подводим в 2.50 пробку, чтобы она здесь стала, если адепты забегают, то есть это заранее к таймингу адептов, так как сталкеров в стене нету, мы подводим пробку и просто, если видим адептов, мы ставим, естественно, батарейку. То есть не видим адептов, возвращаем пробку, потому что лишних у нас нету. Сталкерами занимаем центр карты, в это время ставим прокси пилон, подбегаем другими сталкерами, начинаем легкое давление, к примеру. Выходит у нас 6 сталкеров, отправляем призму. Как только у нас готовые гейты, мы делаем до варп. В итоге, посмотрите, первый тайминг. 4.00 у нас 9 сталкеров под пуш 0 4.00. И 4:20 у нас 12 сталкеров. 4 4:20, 12 сталкеров с призмой. Here, Призма закрывается. Мы начинаем подниматься, и начинается микроконтроль. И вот на самом деле до этого момента плюс-минус, если вы будете смотреть ä, профессиональную игру, вы не увидите никаких отличий. То есть, что я, я играю на высоком уровне что профессиональный игрок до этого момента особо мы не будем отличаться в наших действиях. Вот. Только на этом моменте можно будет уже заметить разницу, что он будет лучше микрить. То есть здесь я демонстрирую, к примеру, вот такие прыжки, фокус. Потом, смотрите, мы фокусим юнитов и одновременно с этим в призму забираем и высаживаем юнитов, чтобы нас не атаковали. Здесь демонстрация против компьютера, но неважно. При этом сразу же после этого не забываем открывать призму, сделать еще до варпы, конечно же. И параллельно с этим, опять же, мы ходим юнитами, мы поднимаем юнитов, мы высаживаем юнитов. Ну, вот здесь вот, видите, вот у меня три сталкера остановились на секунду, надо их переконтролить. Вот они постояли две секунды, побездельничали, потом я их переконтролил, чтобы они шли атаковать. То есть вот такие вот мелочи какие-то делают уже самые высшие игроки. И вот это помогает им где-то одержать победу. Что я сделал? Я попросил новичка. Он в основном играет за зерга и за тирана. То есть, протас для него не самая изведанная раса. Но тем не менее, он тоже за нее как бы играл. И я попросил: вот смотри, билд. Мы с ним посмотрели реплей. Я говорю: повтори максимум, что ты можешь сделать. Давайте посмотрим сразу. То есть видим сразу, смотрите, отличие. Он уже начинает с буста. Это уже ошибочка. Есть такая, что это лишний буст. сейчас будет неэффективно расходование ресурсов. И теперь мы видим, что он останавливает производство рабочих ненадолго, ставит пилон. Я же против него в этой игре просто буду стоять, ничего не делать, посмотрим, что получится. Затем он ставит газ. И вот в этом прикол, что э, вроде бы мелочь, но на самом деле вот просто базовое управление игрой, то есть уже отличается. И посмотрите, что вот новичок, который... Он наиграл количество игр, то есть это не тот, что он впервые вообще зашел в игру. Ему просто тяжело взять и сесть, вот повторить, к примеру, билд. Именно билд. Сейчас мы покажем эту историю. То есть он уже напутал. То, что надо начинать гейт, газ, газ, гейт. Бусты после пилона накидывать. Здесь проверить, фотон нет нас или нет. Второй пилон сейчас не забыть, посмотрим, будет он или нет. Второй пилон пошел внизу, то есть это не ошибка, но тоже нюанс. Третий пилон заранее вверху, то есть вот расположение пилонов, стенки, вот это все играет роль. И это будет играть роль, вот допустим, вот эта стенка именно. И вот этот пилон, в одной из там 20-30 игр понимаете в одной из 20-30 игр но мы это должны делать в каждой потому что мы не знаем какая игра будет вот той 20-30 где соперник будет разведывать к примеру вот этот пилон и Своим билдом он будет реагировать именно так, что такое, окей, меня устраивает, вроде бы он собирается ставить базу, я пока отойду. То есть мы не знаем, в какой игре он так среагирует. Мы не знаем, в какой игре но мы разведаем Старгейт, к примеру, и поймем, что нужно ставить сейчас батарейку. То есть мы можем э, в 19 играх понимать, что мы играем не против Старгейта, и нам, в принципе, этот пилон будет бесполезен здесь. Вот. То есть дальше у него там сталкеров чуть нету. То есть у него билд слетел. Тем не менее, он, в принципе, плюс-минус что-то делает похожее. Забыл сделать варпгейт, как бы это бывает тоже. Здесь у нас идет разведка, мы подготовились. То есть смотрите, в чем суть. Помните, на четвертой минуте был первый прессинг 9 сталкеров. Вот 9 сталкеров могут, в принципе, подойти уже убить мне одного-двух сталкеров, даже учитывая, что у меня батарейка. Следующая тема была в 4.20 12 сталкеров посмотрите, у него из-за того, что он ну, напутался с билдом, он не играет. То есть в этом и вся суть, что вот новичок сел, например, играть, как это выглядит. И понимаете, это выглядит вот ну, совсем не так. То есть разница в том, сколько юнитов мы пришли в атаку, ну, она огромнейшая. И получается, что Просто, чтобы играть в игру, то есть, чтобы вот взять, встретиться со мной и поиграть 12 юнитов против 12 юнитов, к примеру. Потому что это максимум, что можно построить. Ему нужно тренироваться. То есть, ему нужно очень-очень-очень тренироваться, чтобы просто начать в игру. А к чему сводится игра? Смотрите, к чему сводится игра? Сейчас объясню. Давайте на его примере. Сейчас объясню. Естественно, наверное, надо показать, что бой здесь закончится. Смотрите, никакого микроконтроля с моей стороны. Просто меня больше. Просто меня больше. Ничего сверхъестественного здесь не было. То есть вот такая была победа. А игра сводится к тому, что нужно правильно микрить, вот так поднимать юнитов, поднимать чук-чук, что-то еще делать. И на этом, к примеру, если у соперника хватает чего, Продолжать строить базы, то есть что-то делать, 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 принимать какие-то решения. Но чтобы принимать решения, нужно идеально тратить ресурсы. А пока я это рассказываю, накопилось уже 1300, понимаете. То есть время даже рассказать ничего нет, и все. Вот в этом вся, вся суть Старкрафта. То есть его, как бы, сложность заключается в том, что просто-напросто взять игру и управлять этой игрой это тяжело. То есть принимать какие-то решения в Старкрафте. Давайте про принятие решений. Вот мы с ровного билда кидаем разведку, видим, что нету второй базы. У нас вторая база есть, мы просто ставим батарейки. Мы просто ставим батарейки. Все, понимаете? То есть вот она, вот оно принятие решений в Старкрафте. То есть и как эти батарейки повлияют на игру? Мы просто выиграем. Вот. В большинстве ситуаций мы просто выиграем. У нас всего, в принципе, в Старкрафте, к примеру, мы играем за процов. Есть опции. Зилот, Адепт, Сентри, Сталкер, Дарк Темплер, Хай Темплер, т т т т т Как бы 15 юнитов боевых есть. Но по факту из-за скорости Legacy of the Void э, какие-то хитрости с этими юнитами уже полностью отсутствуют. И получается, что какое-то принятие решений, именно игровая ситуация, реально отсутствует. То есть в чем смысл игры? Вот э, Вообще если взять теорию игр, баз, смысл игры в том, что у каждого из игроков должно быть больше, чем одно правильное действие, возможно. То есть не должно быть одного правильного действия. Должно быть всегда несколько вариантов развития событий. То есть, как в StarCraft 2, несколько билдов, которые работают, несколько каких-то ответов, которые работают, чтобы всегда был выбор. То есть вот мы должны иметь выбор. А на данный момент смотрите: чисто физически в матчапе ПВП мы вот имеем возможность, к примеру, разведать где-то в 3.30, что у соперника нету второй базы. Какие у нас есть опции? Вы можете сказать: так у нас же 15 юнитов. Но в реальности нас уже атакуют. И получается, что такой юнит, как там Dark Templar, High Templar, Archon. Короче, вот это все у нас недоступно. Вот просто вообще недоступно. Этого не может быть мы открылись в Twilight, к примеру. То есть при открытии в Twilight у нас опции опять же появляются. Это Blink, Charge или Глефы. Это все апгрейды на Zillot, Adept, Stalker. То есть получается вроде бы появился выбор. Zillot, Adept или Stalker. Но так как игра с ограниченной информацией, и мы реально не можем 100% знать, что вот здесь вот происходит в этой части карты, может быть здесь Stargate. Мы логически не можем никогда выбрать ничего, кроме Блинка в данной ситуации, потому что если у соперника будут воздушные юниты, ни Зилот, ни Сталкер не бьют по воздуху. Вот и все. То есть все выборы в Старкрафте практически сужены к одному правильному решению, и поэтому именно игры в Старкрафте, того, как именно стратегически принимать какие-то классные тактические маневры или еще что-то, забудьте про это. То есть Старкрафт это игра про сугубо вашу механику. То есть механическое умение пользоваться левой и правой рукой, нажимать кнопки на клавиатуре на мышке с правильным интервалом, чтобы всегда заказывался рабочий каждые 12 секунд. Задерга, чтобы делать инъекцию, затера накидать мулов, там заказываться юнитов из бараков и так далее. Потому что в итоге все сводится к тому, что нам нужно просто банально вот поставить батареек после правильной разведки. И все, вот это вот весь геймплей. И защита, к примеру, опять же сводится к чему? Что часто победа ждает не сугубо микроконтроль, а ну, замасился, не замасился, то есть механические какие-то действия. Где-то что-то разведал, не разведал, то есть не повезло, к примеру, вот Феникс не долетел до сюда, мы не узнали, что у него второй базы нету, мы начинаем играть в очень длинную версию камень, ножницы, бумага. Мы, то есть, о, я не поставлю батарейки, поста построю пробок. Заказываем пробок, у нас мало юнитов, мы проиграли. Вот такой вот StarCraft 2. А что в Лиге Легенд? Вначале абсолютно по тому же сценарию мы с другом посмотрели ролик на Ютубе, где вот э, игрок, наверное, с Челленджера, ну какой-то очень высокий, сильный игрок, э, играет на Хекариме и он зачищает лес. Мы его вдвоем посмотрели и, соответственно, решили повторить вот эту зачистку леса, то есть просто первые минуты игры. Грубо говоря, все очень... все должно быть просто и понятно. Ну, что произошло? Во-первых, давайте сразу обратим внимание, что, опять же, вижу я, к примеру. Да? Я сравню сразу, плюс-минус плюс скажу, что... как воспринимает вот друг этот... Э Видос, что мы смотрим. То есть он видит, что хорошо, надо начинать с красного монстрика, потом нужно уничтожать вот этих вот каменных, соответственно, монстриков, потом идти к птичкам, запоминает как бы маршрут, плюс-минус запоминает сколько раз кинуть магию и все. То есть какая прокачка вот эти вещи. Я смотрю еще на одну вещь. То есть я смотрю на то, что он делает удар, делает способность, отходит. Делает удар, делает способность, отходит. То есть он двигается. Зачем он двигается? Чтобы сократить дистанцию к следующему месту. То есть, соответственно, он его не просто добьет и перейдет к следующему месту. Он его добьет и уже будет рядом со следующим местом. Это, конечно же, сокращает время общей зачистки. При этом посмотрите, вот он чистит, чистит, чистит. И еще он, естественно, сохраняет этим себе жизни. То есть я вот эти вещи тоже подловил, посмотрел, что как. Посмотрел, посмотрел. Дальше ловим вот такую штуку. У нас минута 0,5 он перебегает. Дальше я ловлю вот эти тайминги, то есть, какие мы должны соблюдать. Вот ровно через минуту и 5 секунд после того, как начался его зачистка, соответственно, он находится в центре карты. То есть он вот сейчас бежит к волкам, и вот это важная часть. То есть, я понимаю, хорошо, то есть минуту я должен перебегать через центр. Это где-то по игровому таймеру 2.35. Вот так будет. Потому что мы начинаем зачистку в минуту 30. И, соответственно, он не сильно заканчивая волков бежит там на синего. Потом начинает вместе с синим бить э, эту лягушку. Ну и, в принципе, зачищает. Общее время зачистки. Общее время зачистки. Конец на 3 минуты 10 секунд. Вот так. Вот смотрим, собственно, зачистку от моего друга. То есть это его версия смотрим начало. Он начинает зачистку и он не катит. То есть он пока что тоже начинающий игрок у Лигу Легенд. Он немножко даже играл на Хикариме. Вот здесь он начинает катить, но его кайт неэффективен. эффективен. И он, в принципе, заканчивает вот этот вот спот. Посмотрите, он заканчивает его, во-первых, в какой точке. То есть он прямо на красном монстрике. И он при этом имеет, если мы посмотрим, как это сделал игрок вот из Челленджер Лиги, он закончил, понимаете, он закончил, уже прям стоя возле каменных мобов и имея больше 80% жизни, это очень эффективно получается. В итоге в 2.35, вместо того, чтобы перебегать через центр карты, мой друг еще чистит пока что вот этих наших квакушек птичек и полностью заканчивает, полностью заканчивает свой пробег 3 минуты 44 секунды. Потом он бежит успешно на краба, все здорово, все круто, как это делаю я. То есть я тоже взял такую зачистку, заканчиваю в этом месте, я не кидал смать, поэтому у меня немножко жизни меньше. Здесь я использую вот такую технику, смотрите, я бегаю вокруг вот этого каменного большого моба, чтобы меня маленький моб не мог при этом ударить, то есть я сохраняю жизни, я какие-то техники уже в джангле знаю, умею, применяю. То есть я их смог э, транспортировать с других героев вот на Хикарима и попробовать, соответственно, эту зачистку сделать. В 2.35 я уже пробегаю через птичек, но я отстаю на пару шагов от челленджера, то есть где-то на 4 секунды. Вот, начинаю чистить волков, начинаю потом делать двоих мобов этих одновременно, я потом посмотрел, челленджер начинает... Челленджер это аналог Грандмастера, то есть игрок высшей лиги э, в Лиге Легенд. И э, заканчиваю я все это не в 3.10, а в 3.25 по итогу. То есть э, мой друг закончил в 3.40, я в 3.25, челленджер в 3.10. Вот такая вот разница. Но при этом, посмотрите... У нас при этом везде один и тот же герой. Похожее количество жизней. И что реально дает вот эта возможность раньше зачищать. Ее, кстати, натренировать тоже не очень тяжело. То есть я показывал, как это натренировать там на Мунда, еще на других героях, на Хикариме просто пока не тренировал. Это нам дает возможность в игре принимать какие-то решения. И в Лиге Легенд они открываются. К примеру, вот с этого момента мы можем уже... Вот мы попадаем в игру, понимаете? У нас есть три решения, и никогда у нас нету правильного одного. То есть всегда мы решаем по игровой ситуации либо случайным образом, и все решения плюс-минус хороши. И в принципе у нас даже больше, чем три решения. То есть это я сейчас вот говорю. Мы здесь можем напасть на краба. Что я сейчас делаю? Ну это так, я ролик записывал. Мы можем вместо того, чтобы нападать на краба, побежать на верхнюю линию сюда по ручью, либо на нижнюю линию, ой, то есть на центр получается. То есть мы можем пойти в атаку в две стороны. У нас появляются возможные решения. Вспомните, какие решения у нас появлялись в StarCraft 2 поставить батарейку. Все. То есть, понимаете, ноль решения. Нам не нужно практически ничего делать. И так практически в любой ситуации в StarCraft 2 вам не нужно ничего думать и делать. Всегда есть правильное решение. И просто нужно его делать. И все. То есть там и обычно одно правильное решение. В StarCraft 2 часто нет опций. Вот. А здесь у нас только начало игры. И у нас уже опция. Вверх пойти, на центр пойти уничтожить краба, можно влезть во вражеский лес, можно пойти на другого краба, в другую часть карты, а можно сделать телепорт домой и пойти по новой чистить лес. Понимаете? То есть вот уже к этому моменту, играя за лесника, у вас появляется целая палитра возможностей и опций того, как вы можете дальше играть в эту игру. И ваши решения будут влиять на конечный итог игры. То есть они как-то будут по-разному влиять. И поэтому, сыграв, к примеру, 5 игр с одинаковой зачисткой за 3 минуты, вы будете потом можете иметь 5 различных каких-то исходов, исходя только из ваших действий. Но при этом каждый другой игрок тоже вносит свою лепту и вносит свои действия. Поэтому в этом суть и в этом игра. Это круто, понимаете? И поэтому Лига Легенд реально сложная, потому что вам нужно наигрывать эти решения, понимать, когда какое применить, решать, определять, играть по ситуации решать все время. В StarCraft 2 он сложный только тем, что в него просто сложно начать играть и получать от него удовольствие, потому что вы постоянно просто будете видеть, что у вас постоянно не хватает. Потому что смотрите, насколько решат, к примеру, вот эти вот навыки, которые мы посмотрели, как зачистил Лес Я, друг и Челленджер в реальной игре. То есть в реальной игре, конечно, челленджер будет чаще побеждать. Но с ним еще 4 человека, и, допустим, со мной или с другом тоже 4 человека. И всегда у всех есть шанс выиграть. Это тоже, кстати, хорошая часть игры. Вот. Но при этом мы все зачистили лес, у нас у всех персонаж, и он всегда четвертого уровня, и нам есть чем играть. И поэтому визуально, если вы только сели играть в Лигу Легенд, абсолютно неважно, вы новичок или профессионал, для вас, точнее, если вы новичок, для вас все будет выглядеть все равно, что у вас все окей вы не будете обращать внимание, что да, я опоздал там на 15 секунд на краба, поэтому его нету. Вы просто, ну, краба забрали и забрали. То есть ничего страшного. Просто так, наверное, получилось. Вот. В этом суть, что новичок, он не будет видеть вот эту вот разницу между собой и челленджем. это только лес. На линии еще все сложнее. Там очень много всяких аспектов игровых. Очень все прикольно, тоже сложно. Интересно. И при этом, при этом, что новичок, что как бы тот, кто уже поиграл, что челленджер, который очень опытный. Из-за этого всего для нас игра не закончится. То есть вот это вот самое главное, понимаете, что э, я пришел в 3.30, в большинстве лиг я буду здесь раньше, чем соперник. Вот такая вот забавная история. То есть если я буду уметь в каждой игре в 3.15 приходить, научусь, это вообще будет идеально. Мой друг пришел в 3.50. Понимаете, в 3.50 он вот дошел до краба. Там просто не будет краба. Если туда доберется такой игрок, как я, либо какой-то смурф-челленджера, он увидит, что его нету, он сделает телепорт на базу и продолжит играть. Он будет отставать, но при этом в сражении все равно. В сражении он сможет участвовать. Понимаете, он сможет играть в эту игру, он сможет реально участвовать в сражениях. И это самое классное. Потому что в StarCraft 2, к примеру, если бы он играл, он просто пришел бы, вот как у нас на ролике. У него было бы 6 сталкеров, а у нас 12. И без шансов, понимаете? То есть там нету шанса поиграть и что-то сделать. У тебя либо они есть, и для этого нужно стараться, либо их нету. Но при этом даже когда они есть, это не значит, что ты там выиграешь или еще что-то. Это только-только начало. То есть просто вот сделать вот эту зачистку леса не к 3.15 даже, а просто ее физически сделать. StarCraft 2 очень вот это сделать напряженно. Поэтому очень интересно ваше мнение. Ребята, я считаю так, что на самом деле Лига Легенд игра намного сложнее, потому что, чтобы ее... Полноценно изучить нужно намного больше времени. И здесь на самом деле очень-очень-очень много всяких микромеханик. Потому что, как вы видите, разница между новичком просто в банальном зачистке леса первой. То есть, первые три минуты игры между новичком и челленджером она катастрофическая. Она просто катастрофическая. И там дальше еще 30 минут игры впереди, которые тоже, опять же, очень много всего макрорешений происходит, микрорешений. Лига Легенд реально сложнее, на мой взгляд. Вот, при этом, я считаю, все равно StarCraft 2 классная игра. И где-то даже жалко, что она стала такой, что в ней игровых моментов стало мало. То есть в ней реально стало мало игровых моментов. Раньше пока игра начиналась дольше, в Отсе, к примеру, было больше игровых моментов. То есть можно было вот как раз-таки, как здесь, решить, в какую сторону пойти, что сделать, что там делает соперник. Сейчас нет времени разведывать даже, мы разведываем просто. Ой, вот бы сейчас там выжить и все. Вот такая вот тема. Поэтому обязательно поддерживайте видосик пальцами вверх. Обязательно поддерживайте все остальные видосики, канал. И будем топить за, любим, за любимые игры. С вами был Тед. Всем пока.